Из этого выпуска про спорт вы узнаете, что такое йога, занятие для тела или для души, как спать, чтобы высыпаться и чувствовать себя бодрым и здоровым. Первые результаты нашего эксперимента. Можно ли похудеть на белковой диете? Не всегда спорт – это скорость, азарт и накал. К своим целям можно идти тихо и размеренно, но не менее успешно. Сегодня мы познакомимся с йогой. Что это? Полноценная проработка всего тела или средство найти гармонию внутри себя? Об этом узнаете из сегодняшней передачи. Отмечу сразу, здесь совершенно другая атмосфера. Это чувствуется даже в том, как готовятся к практике. Нет лишней суеты, царит спокойствие и размеренность. Возможно, такое настроение – заслуга преподавателя. Уже много лет в мир йоги открывает двери Лариса Рязанцева. К йоге Лариса пришла через фитнес. Отучилась в Федерации фитнес-аэробики России. В Ленск привезла классическую аэробику и занималась ею с группами. Пока не возник вопрос, а что дальше? Ответ на него смогли дать практики. Учеба продолжилась уже в этом направлении. Сейчас йога для Ларисы – это стиль жизни, а сама она для многих стала настоящим учителем. В этой группе занимается хатха-йогой. Это одно из наиболее распространенных направлений. Именно с нее начинают знакомство с этой древней системой учений. Йога – это не только комплекс физических упражнений, асан, направленных на поддержание и коррекцию здоровья. В первую очередь, это духовная практика. Сначала, когда люди приходят в зал, мне кажется, первый запрос, чтобы его физическое тело было здоровым. Обычно это так происходит. Но когда проходит какое-то время, начинает возникать вопрос, а дальше-то что, а что потом? И естественным образом пробуждается тело, начинает открываться, и внутреннее состояние человека проявляется свобода. И вот когда проявляется свобода, это уже о духовности. Задача учителя здесь – научить жить принципами практики даже за пределами зала, чтобы физическая нагрузка не оставалась простой зарядкой, и йога должна стать стилем жизни. Очистительные практики, утренние разминки, медитация, осознанное питание. Для человека, который глубоко в йоге, это обязательный, не утруждающий его элемент обычного дня. Но погружаться настолько глубоко никто не торопит. Все начинается с желания быть здоровым. Сидячий образ жизни много дает о себе знать, и хотелось гибкости, легкости в своем теле, но после первого занятия я поняла, что это не просто физика, это что-то такое глубокое, невероятное, она творит здесь вообще чудеса. И я занималась в спортзале, но йога, она намного сложнее. Изначально пришла поработать со своим телом, так как у меня рабочая, сидячая работа, и были небольшие проблемы уже со спиной, с позвоночником. И в первую очередь я сюда пришла все-таки как на физическую практику. Но Лариса, она такой просто необыкновенный преподаватель. Естественно, она заражает своим оптимизмом, своей философией. Хотя скажу, что прям очень сильно вот так вот мы тут не углубляемся. Есть, конечно, у нас дыхательные практики, пранаямы, которые в первую очередь помогают нам физически. И этому всему есть объяснение. Но в любом случае, конечно, осознанность, она приходит. Осознанность и в отношении своего тела, в отношении своих мыслей. Как это все влияет на твою жизнь. И это, конечно, здорово. Главным образом практика хатха-йоги состоит в выполнении асан. Это статические позы в комплексе с дыханием и концентрацией внимания. Результат – развитие гибкости и поддержание здоровья суставов, особенно позвоночника. Выполняя асаны, не надо прилагать сверхусилия, не должно быть дрожи в теле. Находиться в асане должно быть комфортно. Приятные ощущения – признак того, что энергия свободно течет через ваше тело, оздоравливая и омолаживая его. Если отпустить на время духовную составляющую и посмотреть на йогу моими глазами, глазами новичка, то практика это совсем не скучно, как, возможно, думают многие. Здесь нужен определенный настрой, и хоть в первое время кажешься себе корявым и неуклюжим, это проходит, как только начинаешь слушать свое тело, чувствовать каждую его мышцу. Это первый шаг к чему-то большему. У нас есть одно правило. Человек, который практикует йогу,
В нем проявляется понимание осознанности. Осознанности во всем, не только на коврике. Я делаю действия, я наблюдаю за ним, я осознан в этот момент. Моя задача – донести тем людям, которые сюда приходят, что вот эти принципы мы выносим за пределы зала. И тогда он начинает быть осознанным, когда он находится на работе, когда он общается с людьми, и когда он садится за стол. И вот осознанность за столом не позволяет ему, ну, быстро поглощать пищу, хватать, там, кусочничать. Если человек осознанен, то происходит все естественным образом. Бонусом всего этого становится тяга к правильному питанию, постепенная коррекция фигуры и здоровья, физическое и духовное. Попробуйте и вы. А пока смотрите далее в нашей программе. Совсем скоро вы узнаете, как из обычного кальмара сделать вкусную, полезную и низкокалорийную закуску. А пока кое-что о здоровых привычках. Высыпайтесь. Сон – основная составляющая не только здоровья, но и красоты. Ночью организм восстанавливает свои силы. Спать необходимо как минимум 7-8 часов. Важно следить и за качеством сна. В идеале человек должен засыпать до полуночи и просыпаться не по зову будильника, а по собственному желанию. Ложитесь спать в комнате с открытыми окнами. Не ешьте за 3-4 часа до сна. Насладитесь чаем с мятой перед сном и уберите подальше от кровати электронные девайсы – телефоны, ноутбуки, планшеты. Лучше ложиться спать в одно и то же время. Тогда человек привыкает быстро засыпать, а значит, будет лучше высыпаться и легче просыпаться. Помните, полноценный сон – залог хорошего настроения, прекрасной формы, бодрости и отличного здоровья. Морепродукты. От этого слова так и веет роскошью, здоровьем и экзотикой. Их можно включать в любую, даже самую строгую диету. Сегодня мы будем готовить кальмары. Найти их легко, они есть в любом магазине. Кальмары нежные, диетически вкусные и очень полезные. Кальмары – это белок, который очень легко усваивается, плюс полезные жирные кислоты. Кальмар богат таурином, который помогает выводить из организма вредный холестерин, стабилизирует кровяное давление. Калорийность кальмаров всего около 95 килокалорий на 100 грамм. Отличное это блюдо подойдет для спортсменов. Белок прекрасно усваивается и помогает нарастить мышечную массу. И сегодня мы кальмары фаршируем и хозяйничаем на кухне у моей коллеги Кристины Дорофеевой. Кристина, привет! Привет, Олеся! Кристина Дорофеева – ведущая информационных выпусков на канале «Алмазный край» и просто красивая девушка. Уже 3 года занимается спортом. Сразу определилась, что поддерживать спортивную форму будет в тренажерном зале. Поклонник здорового образа жизни и полезной домашней кухни. Свои знания подкрепляет учебой. Окончила курсы по рациональному питанию. Как часто ты готовишь кальмары и какой способ предпочитаешь? Ну, готовлю, когда захочется. Обычно фарширую или запекаю в духовке. Угу. Многие хозяйки отказываются от этого продукта из-за того, что его сложно чистить. Как вот ты справляешься с этой задачей? На самом деле проблем никаких нет. Чистится очень легко, просто под струей прохладной воды. Ну что, давай приступать? Давай. Для приготовления фаршированных кальмаров нам понадобятся свежемороженные тушки самого кальмара, творог, креветки, чеснок, зеленый лук и домашний майонез. Его мы будем готовить из густого йогурта и горчицы с добавлением чеснока и соли. Количество начинки зависит от размеров кальмара. Начнем с приготовления правильного майонеза. Смешиваем натуральный густой йогурт с 1 чайной ложкой горчицы. Добавляем туда 1 зубчик чеснока. Подсаливаем и перемешиваем. Готовим начинку для кальмаров. Нарезаем креветки. Добавляем их к творогу. Туда же выдавливаем зубчик чеснока. Добавляем наш майонез и мелко нарезанный зеленый лук. Все ингредиенты смешиваем. Начинка готова. Варим кальмары. Долго держать их в кипящей воде не следует. Готовые кальмары плотно заполняем начинкой.
Осталось их только нарезать и сервировать. Ну что, Олеся, нам осталось попробовать? Очень вкусно и необычно. Эта закуска будет отличным дополнением к вашему столу, даже праздничному. Вот хочу отметить, Кристина, что здесь даже творог сразу не угадаешь. Сама начинка настолько гармоничная, что остается только догадывать, что внутри этого кальмара. Поэтому питайтесь правильно и будьте здоровы! Надоели привычные виды спорта? Займись велоболом. Что это? Вид футбола на велосипедах. Откуда? Велобол зародился в конце 19 века в США. Что нужно делать? Команда из двух игроков гоняет по полю мяч на велосипедах. Касаться мяча можно только колесами, туловищем или головой. Матч состоит из двух таймов, каждый из которых длится по 7 минут. Игроки не должны касаться ногой паркета. В противном случае им назначается пенальти. Чтобы удержать равновесие, футболистам приходится ездить практически стоя. Вратарь не исключение. Ему тоже приходится ловить мяч на велосипеде. В велофутболе используются специальные байки с амортизационной вилкой, смягчающей ударную силу во время частых прыжков. Ручки руля длинные и смотрят вертикально вверх. Такая геометрия делает штурвал велосипеда более мобильным. Мы начинаем нашу большую проверку. 10 смельчаков бросили вызов сами себе и начали жить по-новому. Корреспонденты, редакторы и руководство телеканала «Алмазный край» 30 дней качали пресс, отжимались, отказывались от сладкого и сидели на диете. Все ли выдержали эксперимент до конца? Сегодня они сами рассказывают, как проверка изменила их жизнь. Я решил, что спорта в моей жизни хватает, в моем образе жизни, и что мне надо выбрать вызов, который каким-то образом повлияет на, скорее, именно не спортивный, а образ жизни, какие-то привычки. И поэтому я выбрал диету, которая будет предусматривать потребление белковой и овощей. То есть это диета, близкая к диете Дюка. Конечно, это был контроль, это контроль за чередованием. То есть были дни, когда пища была только белковая, были дни, когда пища была белковая и овощная. Ну и, конечно, в некоторые дни приходилось себя ограничивать от каких-то соблазнов, потому что они все равно так или иначе возникают, так как у меня есть семья, которая в этом проекте не участвовала. Всем привет! Сегодня уже середина второй недели. Все идет замечательно, все идет хорошо. Я после тренировки пришел погулять в обновленный парк. И хочу сказать, что все идет по плану, идет без всяких неприятных ощущений, самочувствие замечательное, настроение отлично. Наверное, самый тяжелый отказ – это отказ от хлеба. То есть его обычно, то есть он настолько органично вписывается в нашу повседневную схему питания, что именно отказ от хлеба, наверное, самый тяжелый. Были такие поползновения, даже скорее такие механические, когда хочется вот цапнуть какой-то кусочек хлеба и его уметь. Результат есть, это очень хорошая диета, в том числе для меня и при моих занятиях спортом, в моем ритме жизни. За месяц я потерял где-то порядка 6 килограмм, наверное. То есть для меня это хороший результат, и, в общем-то, я чувствую себя в данном случае хорошо.